Всем привет! Сегодня я представляю вам свой новый автомобильный проект. Еще одна машина, которую мы с вами приобрели. Я думаю, что по панели приборов вы уже примерно понимаете, да, что это за автомобиль. Это снова ВАЗовская классика. Четверка ВАЗ-21043. Машина с пробегом, ну я не знаю, какой здесь, 152 тысячи, наверное, 290 километров. Вряд ли 52-290, скорее всего, это второй круг. Хотя не знаю, машина как рабочая лошадка. Давайте быстренько такой обзор по ней я вам покажу. Видите, что здесь не хватает кожуха. Не хватает кожуха вот на рулевую колонку. Говорят, что ну предыдущий хозяин, это был второй хозяин, то есть я у этой машины, получается, буду третьим хозяином. Сказал, что пытались ее угнать, вытащили магнитолу. Ну и вот когда пытались угнать, разломали вот этот кожух рулевой колонки. Здесь вот такие подиумы сделаны, ну не знаю, насколько они мне нужны. Наверное, уж снимать их не буду, потому что боюсь, что в дверных картах дыры. Вот такие цепочки здесь в автомобиле, какие-то щетки. Ну все, что в ней есть, я вам, естественно, покажу. В принципе, вот если сравнивать с той семеркой, да, которую мы недавно продали, там все эти кнопочки были, ну так, хорошо видны. Здесь уже символы на этих кнопках стерты. Магнитола есть Супра, но, как сказал предыдущий хозяин, он пробовал ее поставить, но магнитола шипит. Впрочем, магнитола у меня есть, так что я, может быть, ее эту трогать не буду. Может быть, поставлю какую-то сюда другую, но здесь... В принципе, я думаю, с электрикой мы разберемся. Что еще есть такого? Но зеркала в автомобиле. Вот видите, одно зеркало сломано. Оно регулируется, но оно сломано. Второе не сломано, но я купил новый комплект зеркал, и новый я обязательно поставлю. Вот такая здесь коробка передач. Она здесь от Оды, поэтому переключается с хрустом, но... Опять же, как мне сказал, у меня Оды никогда не было, вот этих москвичей, да, ижевских, которые назывались Одами, но, как предыдущий хозяин сказал, это действительно одна из болезней была коробок передач на Одах, что они там со второй на третий переключались с хрустом. По салону машина, ну, машина рабочая, да, понятно, для чего берут универсалы, таскать какие-то вещи, что-то еще. Эта машина 99-го года выпуска, ей 21 год, но, тем не менее, она заводится там практически с полоборота, никаких проблем с ней нет. Я сначала смотрел Nexio за 25, но там уж совсем она фактически была без дна. А здесь машина ездящая, хорошенькая, ну, и поэтому мне этим она мне и понравилась. Вот такие здесь... козырьки солнцезащитные, ну, иконки я, друзья, уберу, все-таки вы понимаете, да, что это не моя религия, поэтому от иконок я, наверное, откажусь. Здесь не работает ручник, трос ручника я тоже купил. Сейчас вам покажу этот автомобиль, соответственно, уже снаружи, чтобы мы с вами посмотрели, что там интересного есть, как вообще эта машина выглядит снаружи. Давайте посмотрим, сейчас покажу. Так, тут какая-то, ну, тоже трубочка, перчатки, ну, кто-то, видимо, соблюдал тут самоизоляцию. Это что, спички? Ну, спички, может быть, и пригодятся, так же, как и различные вот эти вот проводочки. Видите, какой здесь бардачок придуман. Что здесь у нас с вами? Здесь тоже много всего интересного. Поворотник для активных тяг. Опять трубочка. Личинки замков, потому что здесь личинки в этом автомобиле не очень хорошие. Ну, вот эти мусор я сразу выброшу. Провода. Крестовина ВАЗовская. Диск ДДТ, коммутатор, ну это зарядка проверять, ну я не знаю, вот это я, наверное, ересь выброшу, магнитолу пока оставлю, посмотрим. Вот такой салон, ну конечно он грязноватый, да, мы это все прекрасно понимаем, но семерки это рабочие машины, друзья, так что здесь ничего удивительного нет. Вот такой тут багажник, тут тоже тряпки какие-то, уголки, веревки. Это все нужно будет выбрасывать. Вообще у меня есть мысль ничего не делать с этим автомобилем, ну прям по минимуму совсем, посмотреть, как он продастся. Потому что, видите, как-то так получается, что с пятнашкой я много чем занимался,
Также я много чем занимался с семеркой, но в итоге ни пятнашка, ни семерка так быстро не продались, к сожалению, для меня, как мне хотелось бы. Но еще раз скажу, что семерку я продал только потому, что за такую цену, да, потому что мне срочно нужны были деньги. Именно по этому. Вот такая здесь четверочка. В принципе, конечно, ржавчины здесь хватает. И вот крыло ржавое. Но я купил краску цвета синяя полночь. Немножко подкрашу вот это крыло. Ну, чтобы здесь не было такой ржавчины. В принципе, кстати, вот что интересно, да, есть вмятины, понятно, но машине 21 год. Но вы посмотрите, в порогах дыр нет. В днище дыр нет, это самое главное, оно в принципе в хорошем состоянии. Купил также серую краску, чтобы подкрасить колесные диски, ну как положено, да, чтобы сделать. Вот такая машина. ВАЗ-2104. Понятно, там есть вмятина на двери, машина такая достаточно боевая. Я вот честно не люблю вот эти все молдинги. Но в данном случае, наверное, убирать его уже не буду. Пусть стоит. Здесь есть противотуманные фары. Бампер, видите, он, видимо, красился уже несколько раз. Но тоже с ним, с бампером, ничего делать не буду. Может быть, я все-таки уберу вот эту хрень. Потому что она мне, честно говоря, не нравится. Я вообще ненавижу просто такие штуки. Также есть на крыле ржавчина на этом. Но мы это подкрасим, чтобы на фотках так машинка смотрелась симпатично. Ну, действительно, конечно, снаружи она ржавая, да. Это все понятно. Но я еще раз скажу, что днище здесь в очень хорошем состоянии. Она не гнилая. Здесь нет сквозных дыр. Обратите внимание, что вот эта дверь немножко отличается. Предыдущий хозяин красил ее в прошлом году, как он сказал, прошлым летом. Эти диски сделаем серым. Я сказал, что баллончик краски серой я купил. Здесь вот это тоже обдерем и немножко, и тоже чуть-чуть подкрасим, чтобы машина смотрелась более-менее нормально по фотографиям. Да, обратите внимание, какие здесь замочные скважины. Именно поэтому здесь личинки замков лежат в бардачке. Вот такой здесь багажник. Мусор я сейчас сразу выброшу отсюда. Что, он не гнилой, в принципе. Там только надо понять, есть ли там запаска. Да, запаска есть. Машина полностью на зимней резине, но резина уже старая, так что, в принципе, она свое уже отработала. Работы по ней будут минимальными, потому что вот как-то так получается, что когда ты вкладываешь в машину душу, когда ты делаешь очень много работ всяких, да, восстанавливаешь кузовные какие-то детали, что-то там по мотору, этого в итоге никто не оценивает. Люди, которые приезжают покупать машину, хотят идеальный автомобиль там, за 50-60 тысяч рублей. Ну, я понимаю, там перекупы, все дела, но рассчитывать на то, что у тебя там за сумму меньше, чем 100 тысяч рублей будет абсолютно идеальная машина, в принципе, мне кажется, глупо. Но, тем не менее, люди приезжают и просто хотят идеальную машину, новую машину, там, чуть ли не за даром. Хотя сейчас телефоны, айфоны там стоят больше, чем 100 тысяч рублей.
И вон там внизу. Обещал показать вам, как заводится четверка. Обязательно сейчас это сделаю. Зальем сначала тосол, потому что там мало в расширительном бачке. По-хорошему, конечно, тут много всяких работ надо провести. И лобач поменять, и там вон бархоточку поставить. А, кстати, обратите внимание, помните, да, как здесь было? Здесь было, что вот это стекло, по-моему, белое, а тонировка была здесь, или уж наоборот, а на другой стороне тонировка была наоборот. На маленьком стеклышке, а на большом ее не было. Ну, короче, так, колхозно мы ее затонировали. Ну, это в гараже так, на скорую руку, просто чтобы хотя бы это все было, ну, более-менее одинаково. Может быть, сегодня ее почищу, тут надо мусор выбросить. Вот, кстати говоря, трос ручника тут лежит, купленный мной. Там, рублей за 300, что ли, трос ручника, вот. Ну, как-то так. Глушитель здесь, похоже, прогорел еще, потому что дым откуда-то идет не оттуда, откуда должен, по-моему. Ну вот, так она работает на холостую, в целом нормально, при том, что это карбюраторный автомобиль, как вы понимаете, да? Выяснилось, что еще и колесо спускает вот это, видите? Оно, я его уже подкачивал, когда ездил в ГАИ, в одну из моих поездок в ГАИ. Ну и сейчас, видимо, придется его тоже подкачивать. Хотя вроде так нормально, но все равно он это, оно спускает, это точно. У этой машины была одна большая проблема. На ней оказался запрет в 1000 рублей. Там у предыдущих хозяев была, видимо, не вовремя оплачена какая-то там коммунальная, да, какие-то коммунальные были платежи не до конца уплачены. В итоге 1000 рублей был долг, и, соответственно, машина, когда мы приехали ставить ее в ГАИ, оказалось, что нельзя ее было регистрировать на себя. Соответственно, вот сколько? С третьего раза только мы ее поставили на себя на учет, с третьего приезда в ГАИ, но на самом деле в ГАИ тоже попасть не так просто, да, особенно сейчас, там, после всех этих вирусов и всего прочего. Но вроде бы все нормально, с этим, этот момент мы разрешили. Зеркала, ну, так они выглядят после того, как мы их сделали, я вам вроде бы показывал. Тут было разбитое зеркало, купил комплект новых. Правда, в это зеркало я все равно ни черта не вижу, конечно, у него диапазон регулировок никак. В какой-нибудь иномарке, но что есть, то есть. Так, сейчас примотаем фары. Не надо было их срезать, конечно, мы срезали, думали, будем снимать бампер. Но сейчас уже как получилось, так получилось. Как аккуратно все здесь получилось. Ну, я ее там не приклеивал, просто вставил ее за ту сторону, и все. Но уже совсем другой вид. Перестала работать, кстати, брызгалка. И одна, и вторая. То есть, наверное, моторчик там на омывателе сдох. Не знаю, почему-то не работает дальний. Может быть, дальний тоже был сюда привязан, к этим противотуманкам. Черт его знает. Ну что, по-моему, кто-то снял значок. Насколько я помню, он был. Я, конечно, сейчас посмотрю на видео. Но, по-моему, он все-таки был. А сейчас его здесь нет. Значок Лада. Кому понадобился, господи. Я прокачусь, покажу вам, как она работает. Я на ней не заглох вообще нигде. Все включается четко, как
коробка, все. В общем, едем. Все здесь нормально переключается, все хорошо. Все, шумит, конечно, она, но едет хорошо. Руль немножко вот так криво стоит, но ладно, это уже сделает следующий хозяин. Итак, сейчас будет маленькое видео по четверке. Она вчера продалась. Я ее выставил, объявление выставил на Авито 2 августа и 17 августа она продалась. За все это время приезжали ее смотреть 2 человека. Она понравилась и первому парню, который приезжал смотреть, и вот второму человеку, который занимается ремонтом стиральных машин, ему нужна для передвижения по Москве, для вот перевозки, видимо, этих стиральных машин, как раз такая машина, простая, надежная, в общем, как четверка. Она, вы видели, была не гнилая, я ее выставил на продажу за 72 тысячи рублей, продал в итоге за 62, десятку скинул, ну, в общем, получил ту сумму, которую хотел. В результате, что у нас получается, была накуплена за 38 тысяч, вложил я в нее 7, то есть 45, и вот, соответственно, всего было на нее потрачено 45 тысяч рублей суммарно, да, а продана за 62, то есть у нас получается плюс 17 тысяч, это вот то, что касается четверки. В принципе, я считаю, это очень хороший результат, это как раз те деньги, которые я хотел за нее получить, плюс я на ней поездил, покатался, поменяли мы в ней зеркала, купил тросик ручника, но, правда, ее сам не менял, какие-то вещи там еще поделал, ну, в общем, машина хорошая, и долго она не заставилась, она реально ушла быстро. Ну, я считаю, что это быстро, потому что, ну, фактически это получилось сколько там, ну, 15 дней, да, чуть больше 2 недель. Был у нее изначально запрет, когда мы ее купили на рекдействие, 1000 рублей. Ну, пока все вот это сняли, пока там записались в ГАИ, то 3-е, 10-е, в общем, какое-то время прошло. Ну, в общем, вот четверка ушла. Фактически второй покупатель, который приехал ее смотреть, он же на ней и уехал, он же ее и купил. Ну и плюс, я еще расскажу, она понравилась и первому человеку, который решил ее, тоже хотел ее купить. В общем, но был осмотр как бы там в четверг, и они хотели приехать в понедельник, но к понедельнику приехал уже другой человек и ее выкупил. Машинка была найдена действительно очень хорошая, вы видели, что мы с ней делали. В принципе, не такие большие вложения, там, да, 2 баллончика с краской, действительно, трос ручника, зеркала, плюс там постановка на учет, все прочее. Ну вот, машинка, которая уехала быстро и теперь будет, я надеюсь, будет приносить пользу своему новому хозяину в Москве уже, здесь будет ездить и перевозить вот стиральные машины.